Привет всем, мои добрые, милые люди. Значит, пришла в КМДА. Значит, тут так все по-новому. Видите, все. Сколько денег вложено, все сделали, просто супер. Что, ребята, надо? Сумки ложить? Сумку ложу. Вот, в общем, как за границей. Пакет Европа. Тоже ложи, пакет ложи. Вы же понимаете, Европа. И проходим. А пакет? Так, можно нам пройти? А он не проходит? Все, проходи. Да? Конечно. Нам понравилось. Все, теперь мне можно проходить? Да. Все, спасибо. А если у меня звенеть будет, что у меня, а что может звенеть? Что нельзя проносить? Не хотят отвечать. Телефон мобильный нельзя, все ложат сюда в коробочку. Сумочка раз, проехала, там выехала. Я тоже теперь иду. Все, снимаю. В общем, КМДА полностью реконструировали. Сделали этот дворик КМДА. Вот так. Вот такой. А само КМДА теперь все стеклянное, в общем, как в Европе. В общем, европейские стандарты, вот видите, так все стеклянные двери такие, детская комната такая для детей. То есть, если вы пришли с детем, можете ребенка оставить. Вот видите, такое, все это снесено. Раньше были кабинеты, а сейчас все, видите, как все. О, туалет, пойдемте в туалет. В КМДА посмотрим туалет. Для женщин. Он для инвалидов. Значит так. Для женщин. О, сразу вода. Видите? О, видите как? В общем, мыло есть, мыло у них. О, мыло есть. В общем, все как надо. Как в европейских лучших домах Парижа. Так что. Вот такие кабинки. Это я не знаю для чего. Что это сушить. Такие унитазы. В общем, все сделано как надо. Значит, пойдем для инвалидов. Для инвалидов тоже открыты. Кстати, вот видите, тут. Так, а я тут это не знаю для чего это. Что это? Это, я не знаю, это, наверное, какие-то приспособления всякие. Тут вода где-то. А, тут тоже вода где-то. Видите? Так что. Так, ладно, чистенько. Пойдемте дальше. В общем, показала вам, как реконструировали, в общем. КМДА, видите, теперь кабинетов нету. Как я и сказала, теперь, в общем, все стеклянно и прозрачно. Полиция. Остался, когда на второй этаж идти. Такие. Кстати, Ощадбанк работает. Здесь есть. Так что есть Ощадбанк. Видите? Все как надо. Банкоматы. В общем, красота. В общем, как сказать, все для людей. О, как Украина живет. Так, а это с другого окна КМДА показываю. Сейчас я покажу девочку-украинку в народном костюме. Видите, какая красивая. Улыбается нам. Смотрите. Стесняется. Текает. А я пойду их преследовать.
так, зайдем сейчас сюда. Вот круассаны плескала. Сейчас хочу посмотреть, что тут. В общем, это каверня Эктора. Сейчас я хочу посмотреть, что почем. Ну, я сейчас скажу. Вот тут всякие. Посмотрим. Вот они тут. Эклеры. В общем, 108 гривен это такой вот, 90 гривен, 82 гривен, такие вот. Вот это вот, значит, такая вот. Каверня Эктора. Вот эти шишечки такие. Ну, не знаю. Сейчас вот девочки тут скупятся. Сейчас я покажу. Макароны. Всякие торты, тоже эти кусочки. Я вам показываю, в общем, чтобы вы со мной попутешествовали тоже. В общем, такое заведение. Ой, а тут же музыка. В общем, вот такая кондитерская. Вот такая кондитерская Эктора. Так что, кто заинтересовался, приходите. Смотрите, зашли в Макдональдс, и обезьяна на плече. Прикольная такая. Одного, а другого сидит. Смотрите. Классно. Не очень. Пришла, короче, пришли в Макдональдс. Пацаны. Съемки запрещены. А я обезьян снимаю. Так это не пойдем, не пропадаем. Отвернулись, наверное, не хотят, чтобы их снимали. Ну, очень интересно. Две обезьяны. Может, иностранцы? Так. Не получается заснять. Не хотят поворачиваться.
Да. Одетая? У меня муфта такая.